это актер массовых сцен. Вот сегодня я, пожалуй, это попробую. Очень длинная очередь. Прикольно. А вы уже были, да, на съемках? Сейчас начнется жесткий отбор. Кто же попадет в массовую сцену? Попадет ли вообще кто-нибудь? А народ все подходит. Мне дали билетик, теперь я стою в другой очереди. Сейчас мы поедем на этом автобусе. Трам-пам-пам, Главкино, как радужненько. Ой, мы приехали, прикольненько. Блин, опоздала. Ты так танцевал классно, я не успела отснять. Можно чуть-чуть? Русские против арабов? Да. Оп, чик, чик. Я вот так ручкой помогу. Тин-тин. Дайте битос, кто-то вот. Как там делается битбокс? Йоу! Вот так вот. А вы сидите дома, пока мы тут пляшем. Опа! Это он обрядках это делает? Это стиль кобра. Стиль кобра. А вот пришел. Девушка! Я еду на съемку «Добро с кулаками». Это такое шоу на телеканале «Чо». Вот. Вот что я делаю сегодня. Да, мне очень понравилось. Клевая съемка. Кто что делает? А я иду со съемок мужское, женское. Вот, а там вот, между прочим, ВГИК. Это ВГИК. А ВГИК – это аббревиатура. А переводится она как в... Прикольное эхо. Вот так. Лёша Бабоша. Знакомьтесь. Это Лёша. Пускай это Бабоша. Эфир. Снимай меня. Ой. Новый эфир. Привет. Итак, сегодня в эфире я и Лёша Бабоша. Лёша Бабоша, подключайся, не отключайся. Мы вещаем из Москвы. Мы вещаем из Москвы. Не умею я рифмовать, а рифма, слово в рифма, мать. Не дать, не взять. И не надо это покупать, потому что это бесплатно. Прямо сейчас на радио Лёша Бабоша FM. Подключайтесь. Нет такого радио. Оно значит будет. И нас тоже нет. И мы все где-то в фрустрации.